леди Хабалка! Она этим не ограничится. Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Жми! Да уж, стричку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Ого, кто знал, что в космосе бывают пробки? Я не видела столько кораблей у Ксандра с начала Галактической войны. Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Я есть Грут. Вынужден ретироваться. Батареи на исходе. Мне нужен доступ к устройствам. Смирно, Грутте. Удержалось-то. Это корабли из обратившихся миров. Беженцы. Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет, 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 нет. Корпус снова кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. Хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут. Добро пожаловать в штаб-квартиру корпуса Нова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Я есть Грут. Понимаю. Но теперь мы сможем следить за всеми ошибками Звезданутого. Цель вашего обращения. Где Вита? Поздравляю вас с решением вступить в корпус Нова. Чтобы начать, введите ваше полное имя, наименование или серийный номер. Ричард Райдер. Звездный лорд. Мамка Квилла! Это стратегия бессмысл. Ты правильно сделал, что оставил эту бесплодную затею. Ничего он не оставил. Не ту кнопку нажал. Но укажите нет. Планету или место вашего происхождения. Хвост! Земля! Земля! Я все еще скептически настроен. Опишите в нескольких словах, что сподвигло вас вступить в корпус Нова. Я не хочу вершить правосудие. Похоже, даже лучшему ИИ во вселенной это не по зубам. Молодцы, ребята. Ладно, это было прикольно, но совершенно бесполезно. Еще идеи есть? Выбери уже что-нибудь. Надо сообщить о намерениях Рейкера. А вмятское миросознание о них еще не знает? Может, без подробностей. Вот зачем ты? Мы в курсе ситуации, но не имеем возможности ею заняться. Мы просканировали ваш корабль, и наш алгоритм предлагает вам связаться с одним из нижеуказанных офицеров. Оно нас проанализировало? Это плохо. Я есть Грут. Грут просит нажать миросознание. Листай дальше. Листай дальше. Эй, а здесь по-прежнему значится твоя подружка. Давай... Ракета! А, да, ее нет. Верни назад! Я кое-кого там увидел! Нова Прайм, значит? Кто именно из них? Кому какое дело? Личность текущего Нова Прайм засекречена, а связь категорически запрещена до дальнейших распоряжений. Хм. Не ясно, о ком речь. И зачем его предлагать? Там все или слишком заняты, или слишком мертвы, чтобы ответить. А если попробовать другое меню? Роман Дейн пропал без вести и не может вам ответить. Знаю о нем. Он был в сопротивлении. Тоже мне. Почти никогда не ошибающийся умный алгоритм.
Добро пожаловать в штаб-квартиру Курбусынова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Цель вашего обращения. Надо сообщить о намерениях Рейкера. А вмятское миросознание о них еще не знает? Может, без подробностей. Надо рассказать им об обещании. Точно! Ведь все остальные корабли тут молчат, как партизаны. Да! Подключаемся к банковскому сервису. Невероятно, сработало. Спаржа Галактики. Как понять вас? Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я, Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать Галактику. Уже не спасти, Питер Квилл. Что? Массовый психоз. Обещания сметают системы, обращая всех на своем пути. Менее чем за 3 цикла оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Пракси-9. Ригель-3. 75,222% галактики Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай. Мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Оно — машина. Да, и во мне железки имеются. Но не вздумай называть меня оно. Как это не остановить? Может, мы не потянем. Но вы — герои войны. Вы смогли навалять Читаури. Сопротивление и союзники помогли нам тогда их одолеть. Но до того Читаури уничтожили нашу планету, а народ был повержен. Я есть Грут. Да, и мне не нравится. Зря не удрали, пока был шанс. Мы уже просчитали 12,472,865 боевых сценариев. Текущая вероятность победы над церковью вселенской истины всего 0,3%. Число большое. Хреново. Или не совсем? Совсем. Что ж, прошу извинить нас. Церковь вселенской истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их появления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива — сбережение ксандерианской культуры. Остальное не так важно. Вы свою-то планету видели? Плачет горькими слезами вся ваша культура. Вы лидер корпуса Нова. Ваш долг — защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной директивы. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них. Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной. По неясной причине церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы подгоним вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Черпать энергию из веры нелогично. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. В этом их беда. Ха! Вы управляете силой Нова, волшебной энергией, питающей корпус Нова. Она не волшебная. Но да. Тогда объясните ее мне. Ведь обыватель здесь тоже не видит логики. Танос говорил, ее генерируют живые компьютеры Ксандера. Живые компьютеры Ксандера и есть сила Нова. Она есть, потому что мы есть. Раз мы есть, существует и она. Значит, вы укращаете коллективную энергию. Также Рейкер поступает с верой. Может быть, церковь тем же способом действует? Возможно.
Мы видим, что вы недовольны нашим решением отбыть. Но ваш эмоциональный настрой для нас не в приоритете. Мы принимали решение, рассмотрев все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Адам Уорлок, исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. В последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально. Вы пришли к тому же заключению, что и мы. Похоже, приготовления к путешествию почти завершены. Прощайте, стражи галактики. Нет, стойте! Как же это в духе Нова. Не помогли тогда, и сейчас не помогут. Я есть Грут. Что? Издеваешься? Грут сказал, на горячей линии так и висят в ожидании штрафа. Ладно, давайте с этим покончим. Подтвердить платеж. А, что? Вселенная вот-вот накроется, а ты спускаешь наши деньги на штраф? Слушай, друг, церковь скоро явится по нашей душе. Если сработает трекер, нам конец. Ладно, зато вопрос решен. Делаем ноги. Питер, пошло движение. Они улетают. Квилл! Квилл! Я вижу! Шмагов сын! Они принимают обещания. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. Питер! Сперва оторвемся немного. Давай, давай. И вперед! Под хвост! Что вместе натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакралия у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Ребят. Обещание нужно принять добровольно. О, да. А без двигателя там крышка. Все равно. Ребят. Хватит. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды? Ладно. Нет. Только... не сейчас, я не могу. Как я устал.
Ну их, корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать.